сегодня двойку получила. В смысле двойка? Да ладно, ладно. Малыш, а куда делись все деньги на моей карточке? Ой, а я все деньги на шопинг потратила. Еще и дешевый билет скупила. Отдохнем, да? Да ладно, ладно. Сегодня на работе такой завал был, я тебе историю потом расскажу. А давай мне повешать, Амаля? Да я бы тут уже. Да ладно, ладно. У моего мужа такие классные новые кроссовки, он их даже ни разу не носил, представляешь? Я перезвоню. А что, кроссовки-то остались у меня. Все, давай, на связи. Прикиньте, у Ильяса сын родился. А наша вон уже 5 лет не рожает. Мам, может, уже хватит? Кашан туата катни, куртанан. Как ты себя ведешь? Когда все это прекратится? Когда родишь, тогда и прекратится. Может, проблема в тебе? Тебе проблема, понятно? Ты уже который год не рожаешь. Все, разводимся. Идите, пойдемте. Может, проблема в тебе? Да я вот нянькой на работу устроилась, за мальчиком и девочкой присматриваю. Нет, не родила еще, нет. Что такое? Иди в жопу! Моя троюродная сестренка! А что мы тут стоим? Давайте чай попьем. Пойдем. Сладкая моя красавица, моя любимая ты моя, самая. Ах ты, так и знала, что между вами что-то есть. Значит, она, да? Значит, ее любишь, да? Даже мне такие слова не говоришь. А ты, Бука, даже не знаешь, что тебе сказать. Все, я ухожу. Отмечай ревнивых. Малыш, мы с тобой долго встречаемся. Я люблю тебя. В общем, выходи за меня. Зай, а давай возьмем котенка? Конечно, родная. Спасибо. Зай, я нашла дешевые билеты в Париж. Может, слетаем? Давай, слетаем. Спасибо. Зай, ты мою маму любишь? Конечно, родная. Твоя мама, как моя мама. Ты самый лучший. Да, я согласна. Чипсы. Подставка. Кто в семье главный? Ты. Молодец. Вы просили хорошенько и там тоже. Я сегодня такой сон увидел. Здравствуйте. Можно килограмм? У нас же дома есть лук. Здравствуйте. Давайте килограмм. Держите. Постой, сынок. Но в чем проблема? Я же помогаю вам. Я даже лук не забираю. Я просто деньги оставляю. Лук-то подорожал? 150 тенге стал? Да. Сынок, ты куда? В
вам я с друзьями погуляю. Мы же договаривались за продуктами с тобой сходить. Давай ты сама сходишь, у меня дела поважнее. Мама, все в порядке? Что с тобой, сынок? Нет, ничего, просто. За продуктами вместе сходим? Сходим, сынок. Ребята, всем привет. Этого парня зовут Ербулат. И мы сегодня постараемся сделать лучший день в его жизни. Привет. А чей это волос? Твой? Ты что, свои волосы не узнаешь, что ли? Прикинь, сейчас помог старушке дорогу перейти. Старушка, значит, да? Уже к старым тянет, да? Ты что гонишь? Я просто бабуле помог. Да все понятно. А ну дальше на телефон. Что за приложение, а? Это авиасейлс, поиск дешевых авиабилетов. Че, к старушке хочешь от меня улететь, да? Че ты гонишь, родная, успокойся. Ты что делаешь? Я вижу, волос нет. Че, уже с лысыми начал встречаться, да? Меня уже достала твоя ревность. Она все наши отношения испортила. И я не могу так уже. Все, я ухожу. Блин, чуть не спалились, лысая эта голова. Девушка, спасибо вам большое. В этот священный месяц вы сделали доброе дело. Дай вам Бог здоровья. Шарамыга, это моя точка, ушел отсюда. В смысле моя точка? Сюда иди. Сюда иди. Забрал твои деньги, садись! Да. Гани, быстрей, Ты всегда мне давал по 500 тенге, сейчас даешь 200. Что случилось? Ну, понимаете, у меня ипотека, кредит, ребенок родился. Я все понимаю. Но почему за мой счет? Милая, неужели мы с тобой завтра встретимся? Ну да, мой любимый, мы с тобой долго общались в интернете, самой не верит, что мы увидимся вживую. Я уверен, что ты в жизни намного красивее и боюсь влюбиться в тебя с первого взгляда. А что если при встрече я сильно захочу тебя обнять, мой милый? А я думаю, что не удержусь и поцелую тебя, моя красавица. Ой, ну все, тогда до завтра. До встречи, любимая.
Пора. Мне тоже. Ну все, тогда спишемся. Да, спишемся. Все, давай, пока. Ну вот я тупорылый, дурак, тормоз. Вот я дура. Ну как можно было быть таким тормозом?